Ми розпочинаємо післяматчеву прес-конференцію. Участь у ній приймає гравець БК «Прометей» Денис Рукашов, а також головний тренер БК «Прометей» Ронен Лінсбург. Вітаємо з феєричною перемогою. Це перш за все. Ну і, звісно, Денисе, твій коментар сьогоднішнього матчу. Спасибо большое за поздравления. Мы также хотели со своей стороны поздравить всех болельщиков, в первую очередь, которые делали очень много шума и гнали нас вперед, потому что сегодня игра складывалась намного тяжелее, чем прошлое. Мы неплохо начали, но у Днепра была ситуация, что отступать уже некуда, и они бросили все, в принципе, где-то словили кураж. Не была хорошая защита, но болельщики нас гнали и давили. Мы все-таки добились победы, чему очень рады. И в первую очередь хочу всех поздравить, потом и руководство, и болельщиков, и команду. В принципе, борьба, защита агрессивная на протяжении всех четырех игр дала свои результаты. И мы в финале. Теперь нужно забыть эти игры, восстановиться и настраиваться на игру. Денис, как-то вот сейчас вспомнилась одна из очень жарких игр с Днепром в прошлом сезоне, гостевая. Вы тогда сразу после нее сказали, что главным было перетерпеть. Что сегодня было в концовке самым главным? Да, в принципе, все то же самое. Мы не ожидали легкой игры. После прошлой понятно было, что это плей-офф. Последняя игра могла быть для Днепра, и они настраивались как на последний бой. Неважно то, что у них не было Терл. Они с самого начала приехали показать, что сегодня они будут оставлять все силы на площадке. Ну, нам нужно было терпеть, нам нужно было защищаться и стоять на своих правилах. В принципе, мы стояли и выстояли, слава богу. Днепр очень сильная команда, ну, по составу. Я думаю, что у них один из лучших родстеров в лиге, поэтому я очень рад, что мы выиграли, честно. Я думал, что были близко к проигрышу, но сегодня дотерпели, дожали, и я считаю, что мы заслужили своей работой играть в финале. Спасибо. I will not speak too much about the game because we make great history and great achievement. Танцена. Я не буду много говорить о сегодняшней игре. Это история. Это великая победа. We play against a good team that we respect them a lot. Мы играли снова с великой командой. And I think the main issue for us is our character. For example, Dennis, every game, the last two games, come with two shots to his legs. This is show how much we are together and ready to sacrifice for the team. Сегодня мы опять проявили характер, и благодаря этому силы воли мы одержали сегодняшнюю победу. Денис снова играл на характере, и благодаря ему сегодня это стало сегодня. I'm very happy from this achievement. I think this club deserves it. I'm here only 2 months, and I found a special club with president, vice president, GM, Kirill, and all other staff, Dima, that really make a good job, and I think that this club has a bright future. Я не так много времени работаю в этом клубе, всего лишь несколько месяцев, но за это время я понял, что у нас отличная команда. Прекрасный вице-президент, президент, спортивный директор, весь состав, технический состав команды. И я верю, что у нас великое будущее. I want to take to thanks my staff, the assistant coaches, Mickey and Sergey and Dima. And the doctors, everybody make a great job. Я хотел бы поблагодарить всех со своей команды. Это тренеров, первого, второго тренера, третьего тренера и также докторов. Все делают великолепно свою работу. Unfortunately, I need to leave today, tonight, the team, and I'm going back to the national team. Также сегодня ночью я должен покинуть команду. Мне нужно ехать в команду сборной. That was the agreement before I came, because we really thought about the future when I signed here. Когда я Okay. I even
this day today I shouldn't be here, but I spoke with the Czech Federation and they allowed me to be today also. Я разговаривал сегодня с федерацией о том, что я очень хотел бы задержаться здесь подольше. But I think that I'm leaving here a healthy team, with good character, with good basketball. Но я спокоен, так как мне сегодня придется уехать. Я уверен в этой команде, что прекрасный характер, прекрасный состав. Good assistant coaches, they can make a good job. Of course, I will follow the games. Конечно, прекрасные у меня ассистенты-помощники, которые знают, что они делают, они прекрасно выполняют свою работу. When I came to Ukraine, I didn't thought that I enjoy like this, and I didn't know about this club, and I'm very happy that I did this move. I hope in the future it will be better. Когда я приехал сюда, я немного знал о команде, о клубе, о сотрудниках, но я очень рад, что я оказался здесь, и мне очень приятно здесь работать, и я смотрю далеко, очень-очень далекое будущее вместе. Спасибо. Позвольте все-таки немножко коснуться игры. Когда соперник в третьей четверти на постоянной основе начал попадать с периметра, что-то поменяли в тактических моментах? Question about the game. In the third period, when basketball team Dnipro started shoot 3 points, and what do you change in the game? It was a tough moment for us because today they make 16 3 points. They shoot a lot from 37. So in one moment I put the something I make some change tactic and I put big guards on their guards, and then in the switch they can't punish us inside, and they stop shooting from outside good the last four times they missed the 3 points. So we did something tactic, and it's work, but I don't think that we play good defense, let's face it, you know, but even they make some big shots. В то время, когда они начали закидывать, у них сегодня прекрасный процент дальних очков и огромное количество бросков. Именно в этом моменте и в этот период я немножко изменил тактику. Я выпустил более высоких защитников, которые помогли промазать около 5 попыток Днепру. Сделал еще кое-какие корректировки в тактике. Это немножко помогло снизить темп их атаки. Но сегодня в защите мы могли бы сыграть гораздо лучше. Ну, последний вопрос, напрямую не относящийся к игре. Вы очень тепло пообщались со своим более молодым коллегой. Не раскройте секрет, о чем вы говорили. Last question about you very good spoke with Дмитрий Балдаев, head coach basketball team Dnipro. He asked about what are you talking about? Me and him? Yeah. I told him that I think that they play good today, and they make something on tactic that we had some problem with this, and he told me that that the team a little bit changed, and the team looks our team and looks really good, and that's it. I respect his job. I respect the Dnipro. They are really a good team. But time to celebrate for Pomite. Мы с ним немножко переговорили о игре, о тактике, о том, что если бы он это немножко изменил, это, возможно, выглядело бы совершенно по-другому. Я очень уважаю его работу, это прекрасная команда, и он прекрасно проделал свою работу. Это я ему и сказал.